Всем привет из Северного Крыма. Сегодня какое у нас число там? 27 июня 2020 года. Мы находимся на самом западном конце Крыма, побережье. Называется мыс Тарханкут. Вот маяк Тарханкутский. Там сестренка фоткается, да, сестренка? В Ютубе. Помаши Ютубу ручкой. Подписчикам привет. И этот номер телефона оставишь сразу. Вон корабль утонул, короче. Сколько он уже лет назад утонул? Давно. Ну, я... Ну да, еще при Украине. Шторм, короче, был, и корабль сел на риф и утонул. Ты вроде два утонул, а там еще один вроде дальше есть. У меня пацанчик-дайвер знакомый рассказывал. Тут вроде дальше еще второй лежит, они на него плавали, ныряли. Вот. Такие обрывы. Красота. А, море пахнет. Вот такой у нас тут почва на западном берегу. Ракушняк. Там грот внизу. Там дерево видела, как прибило, приплыло. Штормом дерево. Так, аккуратно. Это, блин, где твора ходит, вот так вот раз туда, пиздец, обрыва. Тут пьяному лазить, конечно, вообще не вариант. Поэтому я и не пью, да? Тут военная, короче, база военная, маяк. Красота, сейчас дальше поедем туда. Это еще маяк, а мы с Тарханкут дальше, да, там сам находится, самая западная точка чуть-чуть. Ну, сейчас мы проедем еще. Часа любви рядом же, да, здесь? Сейчас на часу любви еще, короче, оттуда еще вам поснимаю. Все, экономим память. Вон экскурсии, короче, катают вдоль западного берега. Вон опять экскурсия, тоже подплыли. Люди. Все, сейчас дальше будем ехать, будем снимать еще.